Состоялось торжественное открытие муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». В этот раз главной площадкой стала 44-я школа. Уже завтра пройдет первая номинация «Открытый урок», а еще будут внеурочные мероприятия, мастер-классы и ток-шоу. Жюри оценит творческий потенциал и умение работать с дополнительным материалом. Главная цель – выявить и поддержать педагогов с новаторским подходом к учебному процессу, а также повысить социальный статус и престиж профессии. В этом году в конкурсе участвуют 44 человека. Ситуация в России способствовала тому, что учитель стал неотъемлемой частью каждой семьи. Мы вновь услышали, что учитель важен, учитель нужен, и мы не оказываем услугу, а мы вкладываем душу в детей и даем им знания.